сейчас начнется встреча. Идти сегодня быть не может. Словом, кубок сегодня будет вручен победителю. Команда сегодня заключительный тур кругового турнира играют. Так что Россети, я думаю, что очень недовольны тем, что происходит. Другой вопрос, ну, приехали вот восьмером, там разные обстоятельства могут на это повлиять. И сейчас... В случае, если МД победа добивается, то у них становится... 19 очков набрано, и могут они смело обходить третье место. Так, и все-таки у нас потасовка вспыхивает. Ну, здесь я думаю, что без второго, будем говорить, кулачного периода выпустили пар. Ну, здесь так прям весело. Грубость, запятая, драка пойдет в протокол и одному, и другому хоккеисту.